Конечно, ребят, все, я приехал, я забираю из Межгорья только носки и трусы. И простой электричкой Фастов, а оттуда своим вертолетом перееду в Албанию. Потому что я мне говорю, Албанию. Что там в милицию, да, там ласка. И они очень веселые. Она говорит, Николай Яныч, знаешь, что это такое? Ну, мабуть. На Майдані показує, що мінус 3 зараз, але щось починає падати з неба, така маленька крупа, але, думаю, це для нас не проблема, ми вже... Якщо бути точним, 17 днів стоїмо тут. 17? 8? Четвер. Да, з 21 числа 17 днів вже. Сьогодні вже 9 число, вже 18 день. Снежок пошел. Делаем ему теперь, или мы будем петь песню про птицу. В небесах парит одинокая птица, высоко и далеко от земли. Там заветным мечтам суждено будет сбыться. Просто крылья расправь и лети. Высоко над землей одинокое небо, облака плачут теплым дождем. Ты в краю синевы никогда раньше не был, но мечтал с детства только о нем. Взмах крылом и вверх, летать нам никогда не поздно за горизонт. На середину пути небеса для всех, и чтобы стать ближе к звездам, просто крылья расправь и лети. Ночь, туман, где обрыв, где берег, в пустоте бесконечно темно. Разбиваются те, кто в свои крылья не верит, и любая дорога на дно. Перед взмахом крыла напрягаются нервы, как непросто шагнуть через край. Нелегко в бездну сделать взмах самый первый, просто крылья расправь и летай. Посмотри наверх, летать нам никогда не поздно за горизонт. На середину пути небеса для всех, и чтобы стать ближе к звездам, просто крылья расправь и лети. Просто так никогда ничего не случится. Путь не близкий, наверх в облака, преодолевая свой страх, узнаешь, что там творится. Высоко и далеко в небесах побеждает тот, кто в свою победу верит, только не сверни. На середине пути никогда придет твоего полета время. Просто крыль расправь и лети. В небесах парит одинокая птица, высоко и далеко от земли. Там заветным мечтам суждено будет сбыться. День закоханих, 8 березня. И летит, летит, летит. Летит.
дітей. Не на мажорчик. Знаете, батя меня всегда вот время дрейф подстраивает гитару, потому что голос у меня небольшой, но противный. Я отвечаю нашей музыке за слова. Словам есть что придумать? Но разве же они не украинские? Я хочу вспомнить сейчас тех самых великих женщин Украины, отплыть украинки, за моей мамой, бабушки и Юрия Владимировича Тимошенко. Не любитель криков и каких-то призывов в микрофон, но очень хочется, чтобы у нас не было в стране политических заключенных. Я думаю, что вона працює, вона нас слышит. Чувал Олександр Мочанов. В конце концов, Оксій. Там большая Оксій картинка. Оксій Мочанов, прошу. Вона. До речі, Німеччина. Олексій має свою школу на Нюрбурінгу. І хто хоче добре їздити або займатися автоспортом, будь ласка, можна з ним зв'язатися і можна в нього чомусь навчитися доброму. Подесли бутерброди, так що знов-таки добрий ранок Україна. Скрила водою, радості горі, буде великий і важливий день. Сніг, где-то в подушках синього неба ти спиш. Где-то в горбушках свіжого хлеба тепло остывающих крыш. Встретиться было с тобою непросто в ночи. Ты не приходила на наш перекресток, кричи, не кричи. Но нам суждено было звезды увидеть среди облаков. Верить, любить, вспоминать, ненавидеть среди бытовых тупиков. Сказки за счастливым концом. Цветы над терновым венцом. Я бесконечно влюблен в жизнь и в свой сказочный сон. Я осторожно ступаю по небу, чтоб не спугнуть наши мечты и мгновения эти с пути не свернуть. Нету дороже и нету роднее души в небесах, чем эта птица, с которой в обнимку уснем в перьевых облаках. Где-то в подушках синего неба мы спим. Где-то в сугробах белого снега снов дым. Солнце устало, падает в море, встретимся днем. Скрыла водою радость и горе, нас ночь оставляет вдвоем. Сказки со счастливым концом. Цветы над терновым венцом. Люди, я бесконечно влюблен. Це своя країна, зараз центр Києва. Жизнь де... і в свій сказочний сон. Для мене було цікаво, вчора розповіла одна дівчинка київлянка. Для неї стало дивно, коли ці люди, які тут живуть у Майдані, почали просто... Для неї було дивно, коли вона побачила, що люди почали притримувати один для одного постійно двері в метро. Я раніше таке помічав в Києві,
Оля, вона явно була здивована, наскільки це часто стало відбуватися. Сонце устало, падає в море. 21-го сторіччя. Сонце устало, падає в море. І початком цього формування став саме тих студентів. Сонце устало. Вже туди. Справжня Україна. Вже на мажорській закінчується. Ми ж правда віримо в сказки? Мы правда верим в сказки, мы рождены, чтобы сказку сделать для нее. Это же хорошая, настоящая летческая песня. Кстати, отдельное спасибо огромное ребятам, которые стоят на дальних поступах, ну, КПП, тем волонтерам, которые ушли под важные стратегические объекты. Помните, что уже начался понедельник, и сегодня кое-кто захочет попасть на работу. Придется брать работу на дом.